председатель Совета депутатов округа Татьяна Одинцова и активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» встретились с правлением Одинцовской районной общественной организации «Дети войны». Обсудили работу организации за текущий период 2023 года, которую проводят ее члены, помогая участникам СВО и членам их семей. Отдельно рассказали о планах на второе полугодие. Мероприятие прошло в рамках реализации проекта «Старшее поколение».